Здравствуйте! И сегодня я опять Молчанов Тихон. Я по вам соскучился, и это видео специально для любителей жуков. Вот видите этого жука? Он очень похож на жука-носорога. Положи его на ладонь, мы его близко. Он только помельче, чем обычный носорог, черного цвета, без волос. У него есть нос, похожий на лопату, и очень острый рог. Не то, что как у носорога. Видите, у него уже усик вылазит. Что-то тут темно, давай вон туда пройдем, где посветлее. Иди, иди, иди. Жук этот. Так, все, стой. Видите, попался. Он ползет. Какой жук замечательный. Ну, это носорог, да, Тихон? Да, это что-то похожее на носорога. У него есть рог. Да, есть рог. Ну-ка, надо показать получше рог. Так, рог, показывайся вот на фоне Тихона. Вот. Тихон, не шевелись, так. Стой, не двигайся. Вон маленький рог, вот видите, вон он такой торчит, как кусочек булавки. На, бери. С ним произошла такая история. Он летел и нечаянно стукнулся об окно. Папа его подобрал и принес сюда. Он такой... от удара потерял сознание временно, этот красивенный жук. Как он называется, Тиш? Ну, похож на скоробея в уменьшенном виде. Ну, похож на копра. Вот он, упал. Коприк наш. На копра похож. Ну-ка, сейчас он мы его снимем, как он поползет. Жук, жук. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. О, на жук-жук-жук отреагировал. Жук-ж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 ук. О, жук-жук-жук-жук-жук-жук. Какие у него лапищи-то, глянь, как лопат. Лешни. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Здоровский жук. Будешь отпускать или что ты с ним будешь делать? Нет, засушивать такую красоту я не буду. Не будешь, да? Я буду его отпускать. Сейчас он пока поползает у меня на руке. Пусть их в природе будет много, да, таких красивых жуков. Пусть они перерабатывают все. Все равно живые красивее, чем засушенные. Да. Вы переверни. Не, какой красавец. Аккуратненький. Как полированный. 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 Как брошка. Прям. Вот если бы можно было такой маленький сделать металлического жучка, он был бы прям как брошечка. Вот он. Часто падает, но я знаю куда. Падал. Поднимаем. Ну-ка, вот так вот, давай руку вот сюда, вот, вот. Так, вот он, жук-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 жук, оба, и ко мне. Опа. Так, давай ему брюхо сфотографируем, а он уже перевернулся, все, переверни его, чтобы брюшко вот его посмотреть. Вот, видите, у него брюшко тоже полированное. Жук-ж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 ук. Жук-жук. Оп! Вот этот жук. Здоровский. Мини-скоробей я его назову. Давай. А теперь, ладно, до скорых встреч, до скорых видео и до скорых встреч с такими вот удивительными жуками. Жуками. Пока-пока.